Всемирный банк решил выделить более 500 миллионов долларов, которые направят на помощь пострадавшим от засухи в Африке. В Риме проходит встреча различных международных организаций по помощи, которые ищут и другие способы поддержки африканского региона. Напомним, что от сильнейшей засухи пострадало более 11 миллионов человек. Стихийное бедствие привело к массовому голоду, смерти и потере подсобных хозяйств и домашнего скота. Рост цен на продовольствие и ухудшение ситуации в области цен на скот усугубили ситуацию. Сильнее пострадали такие страны, как Сомали, Эфиопия, Кения, Судан и Уганда. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал страны-доноры выделить 1 миллиард 600 миллионов долларов помощи для двух южных регионов Сомали, где сейчас голодают жители.